Возможность показать себя и попасть в одну из лучших спортивных школ России. В Академии Коноплёва прошел селекционный сбор команд Самарской области. В футбольных матчах не просто следят за игрой детей. Специалисты Академии отбирают лучших, чтобы затем продолжить их обучение в стенах спортивного учреждения. По полю игроки бегают не хуже профессиональных спортсменов, а эмоции порой намного искреннее и правдивее. О серьезной тактике пока речи не идет, рассказывает тренер Роман Щегольков. Детям на старте дают только основы. Все остальное компенсирует огонь в глазах юных спортсменов. По поводу тактики в целом говорить им рано, то есть пока все очень просто. То есть нужно показывать характер, показывать борьбу и, соответственно, стремление победить. Это сейчас пока на данном этапе самое главное. Сейчас для них это всего лишь игра. За детьми следят специалисты Академии Коноплёва. Лучших из лучших возьмут под крыло спортивного учреждения. И уже потом у юных футболистов появится шанс попасть в Академию и играть на высоком уровне. Мы стараемся работать с командами области, с частными школами, с ДЮШ. Вот, это уже второй турнир. На этом турнире участвует 13 команд. Создается база данных молодых футболистов, с которыми мы будем впоследствии работать на протяжении 89-й год на протяжении 3 лет. И в 12 лет лучшие будут садиться у нас в спецкласс. Кубок за участие в селекционном сборе чисто символический, а вот отбор вполне серьезный. Как признаются специалисты Академии, такие встречи необходимы. Ведь из этих детей могут получиться будущие звезды российского и международного футбола. Дмитрий Лобанов, Андрей Костомаха. Новости губернии, Ставропольский район.